пати раскидаю. Там где отъею ты в танке во второй пати. Ну, вот так вот, в принципе. Первая пати со мной здесь. Вторая пати будет с той стороны. Сейчас фулл баф сделайте. И обновите там кулаки, кресты, каски, тоже все пообновляйте. 7 минут осталось, нам на бой не хватит. Столик стоит, кому надо, берите. Булочки. Свежие, выпеченные, блядь. Да, с оргазмом? Наделал свежих булочек. Корицей посыпал. Пусть уберет дом. Да ладно, я даже тоже возьму 80 штучек. Просто решил тогда ебаться, ладно. Штрудели нахуярил изманы. Все, вторая пати ушла туда. Ты со мной тут остаешься. Саргазм, иди на ту, на темную сторону. Все, отлично. РЧ на готовность. Все готовы, поехали. Все, поехали. Nice trip.
сила и честь. Скучный бой какой-то вообще. Пиздец, блядь, 5 минут АФК стоишь. Че, Геру дам сходу, как фаза будет вторая, да? Да, сразу дашь. Что это там, темная сторона, подойдете ближе к воротам, вам Гера тоже дал. Сейчас, Гера. Давай. Что хочет? А, это... Подходи, он там достал, блядь, и до этого. Солнышко. Играем, играем, играем активнее. Все, он к вам пришел. Тут стойте также. Он тут появляется. Мы играем. Это тут сейчас должны эти плечи-то упасть? Не. Плечи это вообще стадиус. Токен панель. Ну, сегодня, дай бог, он военник закрыть и до глута дойти, до собаки. Когда? Завтра до пап? Да нет, завтра вроде как 25-ки в 6 часов. Ну, если будет 25-ки, то завтра 25-ки. Если не будет, значит завтра до пронос. Я думаю, нам постараться добить фул. У нас РТ 25-ки 6 часов. Да. Интересно. Ну, я думаю, в основном на выходных будем, так, чтобы все попадали. Да, бля, лут не поменял. Ну, нити кому что надо. Че, подождем 35 секунд, потому что вы там скульптите крыжами. Я пойду дотку забью пока. Давай. Дюю ГЦ с поясом. Васи ГЦ с... Сова сзади. Кольцом. Давай. Аккуратно, дождитесь, пусть лучше пройдет. Все равно еще добавлю сит, блядь. Все, прохилились. Готовимся идти. Доктор, тебе надо это кольцо? Ну, он, доктор, вот дай ты. Сейчас тебе отдаст Вася. Да, поясок хороший прям. Юю ГЦ тебе. За поясок. Ну, анхолика. Анхолик, хэтрик. Хостой, меткой что? Скрит. Не, там меткой скрит, по-моему, была. Да, меткой скрит.
Ждем, там еще один пак сюда идет. Даже два пака. Опа. Там имп стоял. Так они тоже пульт. В общем, сейчас на военнике также на той стороне решала и капустка. Что с ним? Да. За мной сюда иди. Короче, этот Ретрик, смотри, на этом боссе надо будет, чтобы ты что подстраховывал по захилу. Угу. И с тебя красная джага на твоей стороне. Ой, не красная, это желтая джага. Так. О, я метки наконец-то могу расставлять. Заебись. Сапроты пропейте, у кого есть сапроты, пропивайте их. На той стороне метки не буду ставить, там ребята у нас уже скилловые, обученные. Так. Давайте, что стоим? Давайте. Что там, рыбка есть, да? Есть 36 минут. А, 36 минут еще. Все, не ставь тогда, вроде никто не умирал. Там тонет. Фудги. А он дудку уже забивает. Да, что-то он долго ее забивает, обычно быстрее. Поставь шкафчик пока. Да рано сейчас... нахуй еще пропадет. Фудги. Ну, обычно ее забивает где-то 2 минуты. Все, поиграли. Угу. Дисконт. Заебись. Пойду, блядь, я тут. Да. Ну хорошо, что хоть не этот, не после убийства. Я тогда бил на 2 секунды, расскажу пока. Давай, я тоже.
Заходит. Так, все, ребят, все заходим. Уже запускает. Там откатило, не? Все там же стоим, отлично. Давайте, давайте, залетаем, ребят, все. Подрубите кто-то один стрим, а то Войт у нас сидит. Просто без дела. Позырь. Саргазм я подрубил. Растрас подрубил. А ну, саргазм, дай посмотрю. Ну, как-то все скучно. Так. Никит, ты тут? Никита. Что случилось? Заходи, что случилось? Я что, не зашел? Не, не зашел еще. Ну, еще просто по персонажу надо было какую-то классу. Ну, уже Фудги даже успел добежать сюда. Ой, бля. Так. Ну что, солнышко, садись, пей ману. Хорошо, опять зависло все. Да нет. А вот волку я могу дать, а бесу? Ну, потому что волки воспринимаются как вар. Им ты не можешь, им можешь дать. Пять. А бесы? Бесы это бесы дать. Сюда. Бесы это бесы. Да, все, все готовы. Давайте тогда решал также сдашь Геру и пойдешь на свою позицию. Даю таймер. Все, Гера пошла, играем. Стоит что-то. Макрос искал что? Юэ подхил. Все, ушли, скинули стаки.
Точнее, вы можете сюда подвигаться. Сейчас Ретрик меня похилишь. Сима ушла, скинула стаки. Юю забирает этого босса. Меняемся, Йон. Все, я ушел. Йона. Меняйся с Решалой. Да, блядь, уже два дебафа, ебаный урод. У него уже два дебафа. Блядь, как передаст какой-то. Сижу, блядь, передаю. Все, там Сима похилит, уже Ретрик дамажит спокойно. Меняйтесь. Рью иду. Забрал, уходим. Вы там, ребят, тоже смотрите за своими стаками. Если что, убегайте, скидывайте. Лучше чуть дольше побьем, но наверняка закрою. Чуть ближе ко мне. Решал, меняйтесь. О, хорош, хорош, хорош. Давай. Блядь. У меня 4. Ну, отходи, я сейчас прожмусь им. Отходи, 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 я прожался. Пизда. Юй, прожмись. А, дай БР Растрос. Меняйтесь, решил. Все, отлично. Ждем, сейчас скидываем дебаф и идем дамажим. Блять, не прохилю сейчас. Давай, 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 хилься, мы подходим уже. Все, я забрал зелье. А, ладно, Юю, забери ее, стаунти. Я туда пошел, на ту сторону. Давай, Йон, иди туда, бей на. Да, я все, я тут уже. Хулипал там, стой, блядь. Поменяемся, я скажу хулипал, когда. А, уже можно меняться, хулипал. Че, может это тотем гимн? Да не, нормально. Она отдала гимн, дай тотем. Блядь, ну она там, ну ладно. Сейчас добегу до хулипала она. В центре. Юй, давай поменяемся. Солнышко, на другую сторону беги. Все, отлично. Добиваем последнего. Скиньте дебафы, если на вас есть. Потом на ту сторону. Как скинешь, подойдешь, я уйду. Сила и честь. Не забывайте отходить, дебафы скидывать, ребят. Если у вас знаков в бломе много, то отходите, скидывайте. Не получайте лишний урон, не напрягайте хила. Да нет урона. Что добивать осталось. Где тут портал появляется? Сзади. Все, молодцы. О, грудачок. О, а грудак тебе уже не нужен, да? Решал? Уже не нужен, нет. Отлично. Фьюдж тебе надо? Я уже купил. Отлично, я забираю и это. Ух, ебать башка. Нихуя себе. Да, пиздатая. Я наконец-то начинаю приодеваться.
Да, башка просто топ, блядь, на танк. Погнали на мерзость, ребят. В принципе, до 12, до конца РТ успеваем еще двух боссов закрыть. Лоскута и этого, и гроба. Ну, влетаю, чё. Ну, так я влетаю, чё. У всех, кстати, микрофрезы есть или нет? Нет. Что, Сим? На Хейгана мы сходим на допроносе. Я на этом КД планирую закрыть, Сим. На этом КД я хочу закрыть фул, Макс. Как бы мы в любом случае на этом КД будем допроносить. А, Ретрик, ты каждый вечер в игре? Раз. Да, отлично. Да, я с утра, но с понедельника уже на работу или то, что типа вечером нет часов 7. Хорошо. Один выйдет, сейчас сдвинется чуть-чуть. Все вроде. На этом КД ты мне точно нужен. На следующем вроде как мой ретрик будет. Если что, на это. Я тебе буду говорить, если нужен будешь. Да, на этом КД нам бы, блядь, закрыть это говно и сходить на Малигаса еще. Вообще бы идеально было. Говорят, что на... тяжко. На Малигасе, да, там проблема, по сути, только третья фаза. Там проблема просто, блядь, вовремя прожать щиточек и стакать правильно урон, стакать правильно прохил. Все. Там, типа, люди вдруг супер. Ну, из-за ДПСа, да, могут упираться. Почему нет? Третья фаза, и до берсы остается, блядь, 30-40 секунд. Ну, значит, просто там немножечко либо неправильно собранные люди. Потому что, в принципе, там нормально должно хватать времени. Мы почти бисовым пати шли, так у нас запаса до берсы было, там еще 7 минут, по-моему. Так, вот левитацию не дали. Так, на этом боссе, милики, влетать будете где-то секунд через 30 после ПО. На лоскутике. Ну, там моба кто-то ведет. Сима, кто ж еще может моба вести? Она напуливает просто. Я понял. Бля, ну я сегодня прям это, хоть приоделся. Считай, кольцо, кисти, крудак, башка. Фулбаф обновите, пожалуйста, касочку, да, кулачок. Пришел. Вижу, иду. А, все. Бейте моба этого. К лоскутику туда чуть дальше пойдем. В принципе, если лоскутика и гроба быстро закроем, то можно попробовать еще этого. Глута, хотя бы пару траев. А, стойте, пусть он уйдет. Раз, посмотрим. Я бы закрыл бы с радостью, но там с глутом, я думаю, тоже небольшие проблемки будут. Стадиусом даже не столько проблем, как с глутом. Че там? Фростмага нету. Или потом, походу, на... хотя. Юй, ты тут? Коль. Все отлично. РЧ на готовности, поехали. Ну, можно его, если что, отправить. Юй, ты в ДД. Что ты в ДД пока в ближайшее время? Поехали. Давай, Геру. Пусть милики подойдут, потом да. А ты в танке до сих пор? Юрий? У тебя бой не повесился? Если не повесился, меняй. Все равно тебе позже вливаться.
Давай, Гер. Уже пора. Милики уже не бейте. Милики уже там бьют вроде как. Не, просто джангл не кидаю. Где Джагас? Что? Джагас синюю говорит, не видит. Ну, я кидаю. Я с самого начала боя кидал. Желтую вижу, синюю. Ну, блин. Если ты ее не видишь, не значит, что ее нет. А, я знаю, откуда у тебя столько промахов, Зай. Ты не с оргазмией впать. Я забыл перекинуть после этого. Я могу чем-нибудь помочь. Сейчас поперекидываю пать. Юй, нормально все, не переживай. Я сейчас просто на тебя бдилку перекину, чтоб агро твое на меня перекидывалось, и все. А ты стойку поменял? На ДД. Ну да. Бывает. Ничего страшного. Посмотри, что лок творит. Да лок вообще бешеный, блядь. А ты говоришь вагон. Ну конечно, у него шейдерный пакет. Не, ну ДПС уже хорошо. Очень даже хорошо идем по ДПС. Это радует. Каждый третий удар уклонение или парирование. А, ты думаешь, что у Фьюджина не получается? Укус, блядь, с пула вешал 5 раз. Он не хотел проходить. Да, и можно будет попробовать в одного танка Гулда. Просто если что, через боб. Ну почему, Сим? Там, по сути, первый раз можно через боб скинуть, второй раз вон пал, если что, прожмет БЗшку, стаунтит. Третий раз Юю там прожмет айсбаунд, стаунтит. Там-то стаки висят 10 секунд. Мне просто скинуть стаки, я дальше могу спокойно танчить. Тканевые сапоги с духом. Кольчужные плечи. Ну, кольчужные плечи решала. На? Да. Хорошие причем. Так, и тканевые сапожки с духом. Рольч. Ну, с оргазме это было предсказуемо. На, с оргазмом. Одевайся. Так. О, пристав работает. Где-то. Ну, сегодня, блядь, 2 куска ты 7-х урвал. Нормально. Тоже агро хорошо поднимется. Плечи бы еще танковские, блядь, хотя бы даже хуй с ним не сет, а хотя бы, блядь,
выпить бы эти обычные, любые какие-нибудь. Блять, где я что-то забыл уже отключить этот прохил ебучий, чтоб я его не видел. Какой? Ну, на циферки? Да. Ну, у тебя MSBT стоит? Аддон MSBT стоит у тебя или нет? Нет, я же сказал. Блять, охуево, я не помню уже туда. У него MSBT не стоит, а просто... Интерфейс где? Текст боя. Там есть исцеление, это все хорошо. Текст боя, по-моему. Ну да, я зашел в текст боя, типа нажал лечение, он снял. Да, сейчас я перекидываю в пати уже. Перекидываю я патьки сейчас. Короче, он не показывает по цели, он показывает чисто мой прохил. Когда по мне прохил. Пошлите у тех дальних, тоже двоих надо закрыть. Да, это я не по себе вижу. Сейчас оргазм, если что, пойдешь, сделаешь спек фаста на глута. Хорошо. У тебя как вообще с голдой дела, Дим? Я просто думаю, может тебе именно что по спек взять. Назад, уходите. Резайте себе ману быстренько. Сейчас, пока он тут стоит, успеем как раз спулить. Так, Ретрик в курсе, что делать тут? Ну, сбоку, да, идем, убьем. Да. Все, диспелить не надо. Да, я в курсе. Ждем, когда она скинется сама. Давайте, арчи на готовность. Если отпились, то погнали. Все готовы. Без таймера. Выносим туда. Да, выносите за рейд. Угу. Блять, мисс Таунт, нахуй. Да ну подождите вы. Еб вашу мать, блять. Заебись, он не таунтится, короче. Стопните, да. Все. Стопните, дайте я его доведу, блять. Растас к стенке. Лужу сделали, пиздец, красиво. По мобу свичните, пока сыграете. Солнышко, ты там где-то урон получаешь. Рыба цы поближе чуть подойди ко мне, я на тебя бдилку кину. Геру давай. Не туда, не туда, к стенке уведи, Ретрик. К стенке. Всегда к стенке уводи. Нет, желательно не по лужам бегать. Ты первый раз по луже пробежал, очень много урона утонул. БР ему дали быстро. Шамик побежал. Не могу это. Да заебёшь. Шамик отойди. Все отлично, играем. У нас Гера 35 секунд, когда еще, да? А я Геру. 25 секунд, когда еще. Ладно, похуй, без ретрика бьем. Добьем так. Облако. Бэт, да или что? Да там лужи лежат, пропало, он не достает. Пропали, лужи. Пропало? Да. Аус, попробую сбегать. Давай, подымай, я Геру дам.
облако и аккуратно. Шекет побежал как раз. Может туда сразу к стенке ее вынести. Гера пошла, играем. Облако в милике аккуратно. Вот сюда выносите ужу, сюда уже, за него. За им туда выносить. Облако милики аккуратно. Сова. Сейчас же уебет по всему рейду. Он DPS-ит. Фьюдж вынес. Милики облако аккуратно. Юю вынес к стенке. Угу. Облако. Шамик. Милики облако аккуратно. Шамик. Облако милики аккуратно. Рыбоцыпа вынес. Молодцы. Тканевые кисти. Соки там. СПД. Хаст МП5. И колечко с ловкостью. Ну, кстати, это колечко ретрика ДК, я думаю. Да, и хан, в принципе, может паролить. Парольте. Нахуй от ДК с ловкой. Ну, как... Это круто. Ну, как бы и АДК, ну, нормально зайдет. Хуй знает. Гарга критовать будет? Да. Кисти. Ну, пока ты сказал кисти, я отвлекся и упал. А ты то сам упал. Дух стаи охни. Нет. Кстати, можно спрыгнуть, но не нравится. Да, мы туда всегда и так спрыгиваем. Чё, кисти с тканевой никому не надо? Сим, тебе надо? Посмотри просто, ты, в принципе, можешь такие одеть себе. СПД, хаст. У тебя места в сумках нет. Освободи один слот. Так, все, я тут. С оргазмом ты полетел? Да, делай спек. Покупай сразу дуал спек, я тебе дам потом 500 голды. Косарь я тебе не дам, потому что у меня тогда вообще жопа останется полная. Но 500 я тебе дам. Того на вчерашний вечер у меня было 3 с лихуем, блять, а сейчас у меня уже 1700 осталось. Беднее, беднее. Я не пойму, звук все падает, что ли? Да. Есть шанс того, что с него может любой токен выпасть вообще. Смотрите, ребят, когда истребление у большинства мобов, у этих мелких, у них будет 10% хп, РТД сразу свичнулись быстро, АОЕ залили. Под истребление. Смотрите внимательно на их хп. С оргазме ты вообще без войса или с войсом? Ну, впадло говорить. Ты на немецком пишешь.
Писал, что впаду. Ладно, решал, повернешь камеру на трэш, скажешь им, как поворачивать свитчи, окей? Никит. Да, да, сказал. Да. Хорошо. И эхо, по-моему, гуляет. Сейчас перезайду. Сейчас я с Васиного телефона зайду. Сейчас опять, блядь, микрофон в рот положит. Я удивляюсь, блядь, как со с маленького скорпиона может тяжелая шкура падать. Просто он, блядь, сильный духом этот. Саня, давай работай, тебя Ирфу просят. Рыба. Доктор. Ставь шкафчик. Так, все, я тут, меня слышно? Да, слышно. Сейчас нормально всем? Помню, почему-то вас на телефон не хотел воспринимать мои наушники. Да ты вожи его опять в рот, как в прошлый раз, чтобы тебя было слышно. Так, в общем, танчу я соло тогда. Юю ТД. По команде первый раз Юю фрост-стойку прожимаешь айсбаунд таунт по моей команде. Потом я забираю, ты обратно меняешь стойку, дамаешь. Дальше. Второй раз по команде растрос. Ты тогда прожимаешь БЗшку, таунтишь. Я могу бабу прожать. Не, не надо. У тебя скинется агро. Сразу же. Ну, бабл таунт. Если бабл таунт, скинется. Скинется агро. Он не будет тебя бить. БЗшку прижимаешь и таунт. На третий раз, когда скажу, дашь боб по мне. Хотя нет, давайте наоборот сделаем. Самый первый раз с тебя боб по мне. Я быстро скину, заберу пёса обратно. Пса. Да, и как только истребление, у трэша будет по 10%. Они все ринутся сразу к боссу. Ваша задача быстро свичнуть и залить АОЕ. Не дать им дойти, потому что если они дойдут, они его прохилят очень сильно. РЧ на готовность. Так, бдилку. Дайте каску по мишке. А, Фьюдж, ты тоже будешь помогать? Отлично. Давай это как я, что там, Геру с пула, или как? Да, да, Геру с пула дашь. Кулак по ДК дайте, пожалуйста. Даю таймер. А, в принципе, без таймера, просто с пула даешь. Как доведу, все подойдут, начнут бить, тогда Геру. Все, поехали. Ну, он 50 секунд, ничего, откатится дальше. Все, играем по боссу. Смотрите, истребление будет через полторы минуты. Вот под истребление надо будет быстро свичнуться.
Гера пошла. Угу. Боб? Ой, ебать, ты его долго снимаешь. Да мне... Я ждал, пока стаки скинутся. Смысл мне было сразу его снимать. А он не скидывает эти стаки? Нет. Так а что тогда пусть Юю без Боба просто талкнет, берет. Он так тряпку шотнет какой-нибудь. Да не шотнет он никакую тряпку. С оргазмом он прохил лучше. Да он съебался далеко. Истребление. 5 секунд. Готовимся. РДД все свечится. Милики уже туда подошли тоже. Сейчас будет прохил, надо будет. Все, прохиливаемся. Я прожался. Быстренько играем по трэш. Доиграли? Быстрее, 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 быстрее. Все, назад, назад в босса, назад в босса. Юю сейчас прожми, забери. Идет один. Один моб идет аккуратно. Все, Юю я забрал. Прыгай обратно. Спасибо. Играем активнее по собачке. Ребят, давайте. Еще один, сука. На солнышко. Побежал. Солнышко, отойди от босса. Блять. Так, фьюз сейчас. Так, истребление 35 секунд. А, забери сейчас пока, наверное, пал. Прожми, забери. Буквально сейчас 3 секунды подержи. О, ебать, кто тут идет. Все, забрал босса. Ну, а не забрал. Я тут моба кайчу. Все, забрал. Отлично. Готовимся, истребление. Все ушли туда. Все ушли туда, ждем. Готовьтесь прохиливаться. Холи Пау, ты сразу танк поднимай. Я прожмусь под истребление тоже. Готовимся, ждем. Играем активнее. Играем, 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 играем. Трэш не должен дойти. Бля, ты танк там поднимаешь, не? Получилось? Отлично. Юй, подойди под морду по команде стаунте. Нужен гимн. Таунт. Таунт. Гимн на ману, зай. Забрал. Все, 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 Юй. Красавчик. Давайте 5%. Молодцы. А, кисти рук латные, Сим, на тебе новую. Ножки. Ноги, пал, прест, лок выпали. Т7. Кидаю на ролл. Ролим. Вот так вот рыба, бля, молодец. Доктор. ГЦ. Че, мы дальше идем или спим? Пошли, пошли на Тадиус. Какой у тебя это кусок? По счету. Первый, второй, третий, пятый. Второй. Ладно. Так, все, поехали. Тадиуса, в принципе, я думаю, должны закрыть. Спокойно. Там еще его большие. Там двое идут. Уводи.
6, да. Про... Сагрилась? Ну, конечно. Бегу. Йо-йо, совсем херово себя чувствуешь? Ну, одного босса не вытянешь, да? Не, просто не вытянешь, пиши. Так, если что, сейчас сделаем роу, потом допронесем. Ну, сука, заебет откидывать на. Я тупо даю одну тычку, летаю. Он в ебало только откидывает или что? Нет. Не, он со всех сторон откидывает. Ну он пизда, ёпт. Я просто даже не успеваю к остановке. Так я ударить даже не могу пройти. Ладно, давайте тогда ложитесь. У нас Юи себя херово чувствует. Давайте потом тогда оставляем этот Тадиуса. И оставляем, получается, чумной квартал. Угу. В общем, самую приколюху оставили на потом. Ну да, в принципе, у нас получается самый смак останется на потом. Плюс-минус, лотхип, кайф. Лотхип. Не, ну лотхип изи, как бы. Ну я там лотхип... был, типа, не смогли вообще. Да, блядь, там нечего делать. Там просто хилам надо знать, когда хилить. У них всего 3 секунды есть на прохил. Нет, поставьте порт. Там спорки, по-моему, и когда... А там уже всегда хлома. Когда взорвешь, типа, они дают плюс к ДПСу, по-моему, да? Да, 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 там 50% крита. А если на танка, то он теряет агро. Портала не будет, с оргазмом всегда хуже. Так что портуйтесь камнями сами. В общем, ребят, смотрите, тогда если завтра 25-ка собирается, значит потом уже как-то допринесем. Если она не собирается, то тогда завтра ориентировочно также на 8 часов. Ауст дома завтра? Ну, идти аут дома, наверное, вечером. Ну, короче, ты к 8 будешь, если что, да? Блин, к 8. Ну хорошо, в общем, тогда давайте так, жду всех в любом случае завтра. Ну я завтра, как всегда. Ты к половине девятого только будешь? Ну, в 8 могу зайти. Плюс пару минут. Я понял, хорошо. А кто спать не идет, если что, плюсаните, может там пару ролкашек пройдем. Я погнали. Сейчас я грудаку возьму себе. Так, вот, защиту укрою. Я на пару пойду. Что там мне надо сделать было? А, слетали. А, я ночью выйду. Так. Решал, идешь? Да, да. Скидаю патч. Не я лез с кулаками, а ли не зрили? Кто-то запустил половинкой кирпича, Макей успел уклониться, и кирпич угодил в купца, башку проломил.